Сейчас мы находимся на яровом ячмене, сорт Саламе, элита, пивоваренный. Хозяйство занимается, в частности, пивоваренным ячменем. И 50% ячменя идет на пивоваренные цели, 50% на корм животным. Основной посев у нас это Ирина, первая репродукция. Общая площадь ячменя 250 гектаров. Что касается технологий, предшественником здесь была кукуруза на силос. Осенью были внесены калийные удобрения 90 килограммов, фосфорные вносились 50 килограммов с весны. Обычная традиционная обработка здесь была, кукуруза была запахана весной, закрытие влаги и посев. Норма высева 4 миллиона, мы решили азот делить, мы дали 50 килограммов в действующем веществе в основную внесение, и потом семенные участки мы подкормили 40 килограммов в ДВ, пивоваренные, где ячмени, подкормили 30 килограммов в ДВ. Семена протравлены Ламадор Про. До сегодняшнего дня уже мы видим начало, ну, конец флаг-листа, начало колошения. И в ближайшие день-два здесь будет вноситься фунгицид Солигор в дозировке 0,8 литра. Прополка была секатор Турбо. Выбор протравителя у нас обуславливается тем, что Ламадор Про прекрасный протравитель, который держит все болезни на ранних стадиях. Если при непифтофичном развитии болезни, он спокойно выдерживает почти до колошения, и тем самым мы уходим только на одну обработку ячменя фунгицидную. При такой технологии экономика на ячмене будет, фунгицидная защита очень великолепна. Перед нами три сорта ячменя, которые выращиваются в хозяйстве. Давайте проанализируем систему защиты от болезней. Кроме того, что Ламадор Про позволяет надежно контролировать семенную инфекцию, Ламадор Про – это еще и профилактика аэрогенной инфекции. Основным заболеванием ячменя является сетчатая пятнистость. Здесь не было фунгицидной обработки на сегодняшний день, но какую картину мы имеем? Чистый флаговый лист, подфлаговый лист, третий сверху лист и даже четвертый лист в идеальном состоянии. В хозяйстве планируется провести фунгицидную обработку препаратом Солигор по колосу. Протравитель и однократная фунгицидная обработка. Система опробована во многих передовых хозяйствах республики. Закончена уборка ярового ячменя. Яровые ячмени в этом году сильно порадовали нас. И в среднем по хозяйству мы получили урожай на 70,2.